Сегодня я хочу вам рассказать про новое устройство для плавания, которое мы называем Seabike. Вот оно. Принцип действия этого устройства предельно прост. Вы вращаете педали, педали вращают грибной винт толкает вас вперед. Зачем сделан Seabike? Seabike позволяет любому неподготовленному пловцу плыть быстрее, чем чемпион мира по плаванию на открытой воде. Seabike позволяет плыть гораздо быстрее, чем в ластах, хоть в разножках, хоть в моноласте. Никакая техника не может конкурировать с коэффициентом полезного действия. Например, максимальная скорость Seabike составляет 2,2 метра в секунду, а номинальная 1,3 метра в секунду, что равно 5 км в час. Но вся штука в том, что вы можете поддерживать ее на протяжении 2, 3, 4 часов, если захотите. Это невозможно сделать ни в ластах, ни без специальной подготовки пловца. Достаточно серьезно. Ну, за счет чего мы достигаем высокого коэффициента полезного действия? Seabike имеет винт изменяемого шага, так что каждый пловец может настроить усилие на педалях, комфортное именно для него. Это то же самое, как каденс на велосипеде. В итоге вы расходуете ровно столько же сил на плавание, сколько вам нужно, чтобы пройти пешком ту же дистанцию. Например, если вы можете пройти 3 километра пешком, это значит, что вы можете проплыть 3 километра на Seabike с такой же тратой сил. Ну и, соответственно, пешком мы можем пройти и побольше. Значит, и Seabike мы можем проплыть гораздо большей дистанции. Так. Про дайвинг. Коэффициент полезного действия Seabike никуда не исчезает и в дайвинге. Как итог, мы можем либо сократить потребление воздуха вдвое, либо пройти ту же дистанцию с вдвое большей скоростью по сравнению с ластами. Много-много-много раз мы проводили сравнительные тесты, кто истратит меньше воздуха на дистанцию, скажем, в 500 метров при одинаковой скорости. Вы знаете, минимум в два раза выигрыш по потреблению воздуха с Seabike. Или, если мы дышим комфортно, одинаково, то дайвер с Seabike проходит вдвое большее расстояние. Конечно, для того, чтобы получить такие результаты, нужно немного поучиться и нужно немного оборудовать себя. Для этого нужно иметь навыки баланса под водой и нужно иметь дополнительные грузовые карманы, чтобы обеспечить на любой глубине комфортный горизонтальный трим. На этом все секреты заканчиваются. И, кстати, вышел курс NDL Seabike Diving. И теперь каждый, кто хочет попробовать дайвинг с Seabike, может обратиться в NDL, получить этот курс и по шагам безопасно, комфортно овладеть этим умением. Вроде все. По устройству. Устройство. Ну, еще состоит руль. Устройство имеет две настройки. Первое, каждый может настроить рост под себя. Вторая настройка — шаг винта. Это аналог передач на велосипеде. Нужно настроить так, чтобы было легко вращать педали и иметь высокую скорость. Seabike имеет плавник, который служит для компенсации реактивного момента винта. Потому что, когда вы вращаете винт в воде, он не только толкает вас вперед, но и пытается повернуть в обратную сторону. Это реакция винта. В авиации это явление хорошо известно. Вот для того, чтобы скомпенсировать
этот вращающий момент винта. Мы имеем вот такой плавник в носовой части сивайка. Когда вы набираете скорость, этот плавник компенсирует вращающий момент винта. Как итог, вы плывете прямо и ничего не чувствуете. Ну, остается добавить, что сивайк имеет слабую позитивную плавучесть. То есть, если вы его бросите в воду, он не утонет. Для того, чтобы разобрать сивайк, нам не требуются какие-нибудь инструменты. Все делается руками. Для начала отсоединяем лопасти. Отсоединяем педали. Отсоединяем руль. Соединяем стойку руля. Отсоединяем редуктор. И разъединяем стойку. Далее убираем сумку размером 45 сантиметров.